Это стартер, снятый с двигателя 463 Mitsubishi RVR. С Mitsubishi RVR был снят вот этот вот стартер. Так, внимательно сравните, сопоставьте, такой ли стартер установлен на вашей машине или нет. Потому что стартера очень сильно различаются. Точно такой же стартер может быть, но он может вам и не подойти. Поэтому внимательно вот эту вот область сравните, сопоставьте. Так. Вот такой вот стартер у меня есть от Mitsubishi RVR, снятый 4G63, двухраспидвальный двигатель. Такой, не такой, проверьте. Для примера сейчас еще один стартер покажу. Вот смотрите. Вот. И вот. Видите, внешние стартера одинаковые. Внешние одинаковые. Вот этот от RVR снятый, а это от Mitsubishi Galant Aqua снятый. Но, если так внимательно приглядеться, внешние они одинаковые, конечно. Но, если так внимательно приглядеться, то видите, уже крепление разное. Это крепление по-другому. Тоже в носиках разница он есть. Раз. У этого чуть повыше, а у этого чуть поуже. Поэтому внимательно все сравните, такой ли стартер у вас или нет. Потому что стартера могут различаться тоже. На это, кстати, стартер есть отдельное видео. Если хотите, запросите, я вам видео отправлю его. А вот это был снят от RVR. А это Mitsubishi Galant Aqua.